Мировая экономика после нескольких этапов глобализации стала глубоко взаимосвязанной, поэтому сегодня странам необходимо укреплять взаимопонимание и доверие. Об этом говорил премьер Госсовета КНР Ли Цзян с президентом Всемирного экономического форума Клаусом Швабом во время встречи в Тяньцзине. Китай, по его словам, будет придерживаться пути мирного развития и политики открытости. Клаус Шваб, в свою очередь, заявил, что Всемирный экономический форум готов развивать партнерство с Поднебесной. Организация продолжит расширять сотрудничество и способствовать укреплению связей между всеми сторонами для совместного решения глобальных проблем и построения сообщества с общим будущим человечества. Накануне летнего Давоса в Тяньцзине Ли Цзян также встретился с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Аконджо Ивиалой и заявил о поддержке Китаем международной торговой системы с ВТО в качестве ее ядра. По словам премьера, страна и впредь будет поддерживать многосторонний подход и свободную торговлю, выступать против односторонних действий и протекционизма, защищать справедливость международной торговли. В свою очередь, генеральный директор ВТО дала высокую оценку Китаю в открытости рынка и поддержке многосторонней торговой структуры.